Вы кто? Эдмон Растан. Никогда не слышал. Месье Коклер! Кто там еще? Так у вас комедия, трагедия? Трагедия. Комедия. Название? Сирано де Бержерак. Про поэта с большим носом. С большим носом? Завтра утром начинаем репетировать. Завтра? Но пьеса не написана. Тогда поторопись. Эдмон, ты никому неизвестный автор-неудачник, и как Лен заказывает у тебя пьесу, надо отметить. Я тоже работаю над романом. Влюбился по уши. Жанна, поцелуемся? Заставь ее думать о себе. Говори приятные вещи. Что говорить-то? Жанна! Опять вы? Мои слова не так ясны. Мои слова не так ясны? Лишь потому, что ночь сейчас. Лишь потому, что ночь сейчас. Это что за бред? Это моя пьеса! Кристиан не умеет обходиться с женщинами, и тогда Сирано предлагает помочь. Не хватает перчинки. Простите, что? Тебе конец. Молись, презренный. Сейчас я шпагаю тебя. Поржу. Пранжу. Наши скромные усилия явят миру новый шедевр. Как в прошлый раз. А вот и автор. Эдмон Растан. Наш гений. Как и в прошлый раз. Эдмон, у тебя кто-то появился? Да. У меня появилось вдохновение. Дамы и господа, за работу! Через неделю премьера! Видал? Такого еще не было. Я чувствую, в этой пьесе что-то есть. Будто я вложил туда все, чего мне не хватало. Смелость, юмор, героизм. Любовь. Любовь? Поцелуй меня. Кто из нас? Это... Я выгляжу глупо. Нет же, идиот, ты не отразил. 10 минут до начала! Сирано. Успеть до премьеры. В кино с 4 апреля.